Приветствую всех любителей острова. Вашему вниманию два рабочих ножа «Боровик». Давайте пробежимся по каждому. Клинки выполнены из кованой стали Х-12МФ. Термообработка на 61 единицу. Спуски 2 треть, долы. Фальшлезвие небольшое. Клинки полированные. На этом ноже рукоять красное дерево падук. Антипотеряйка цвет. Очень яркая деревяшка. Пропитаны рукояти маслом Даниш от воздействия окружающей среды соответственно. Гарды навершия художественное литье из мельхиора. Это первый нож. По второму ножу. По клинку все аналогично по геометрии, по исполнению. Здесь черный граб на рукояти. Ну, скажем так, классика. Кому что нравится, на самом деле. Вот смотрите. Красный на черном. Помните, такая композиция была известная? Хотя, почему была? Она до сих пор есть. Что касается размеров, друзья, 260 общая длина ножа, длина клинка 130, 30 ширина, 3,5 обух. Отличные рабочие ножи, друзья, на охоту, для леса, на разделку, подрубить, подстрогать. Плотные рабочие ножи. Вот такая красота. Естественно, все это дело будет с ножными. Кожа, тиснение, прошиты, проклепаны на двух подвесах. Стоимость любого ножа 4200 рублей.